Друзья, всех приветствую, и как и обещал, покажу небольшой обзорчик на новый 4D лазерный уровень. В принципе, здесь все так, как и на предыдущей модели, за исключением добавили нижнюю башню. Ну что ж, посмотрим, что у нас в транспортировочной сумке. Начнем с зарядного устройства RSV 5 вольт 2 ампера. Аккумулятор идет усиленный, литий-ионный 3,7 вольт на 4800 мАч. Шнур Touré S. Пульт дистанционного управления. Это у нас магнитное крепление. Также его можно отрегулировать в любом положении. Металлическая пластинка для магнитного крепления. Микролифт. И сам 4D лазерный уровень. Производитель пишет, что это уже профессиональный уровень. Здесь идет лучшая защита от ударов и падения. Резиновая защита башен и корпуса. Легкий и прочный каучук по периметру всего корпуса. Эффективно поглощает удар. И прочный нейлоновый пластик корпуса. А силиконовые уплотнители препятствуют попаданию пыли и влаги под стекло башен. Итак, проверим его в работе. Как вы уже видите, здесь добавлена нижняя часть башни. А лазерный излучатель японского производства Sharp. Нижний луч поднят на 20 мм. Да, есть и пониже, но здесь компенсируется качеством сборки. 4 плоскости проецирования на 360 градусов, 16 ярких и тонких зеленых линий, 5 градусов угол самовыравнивания и 10 перекрестий с углом 90 градусов. Проверен по гидроуровню и не требует юстировки. Здесь также 5 режимов регулировки яркости. Батарея держит до 10 часов непрерывной работы, а также можно работать с включенной зарядкой, что очень удобно. Пойдем тестировать. Итак, сравню лучи с предыдущей моделью, так как я его уже проверял. Подгоняем лучи. Да, все идеально совпало. Немного потрусим лучами, и как вы видите, лучи фиксируются в течение 2-3 секунд. Пока что это лидер на рынке по стабилизации. В предыдущей модели трехнога соединялась через микролифт. В этой же модели через переходник, так как нижняя сторона ходит по кругу, а сбоку есть фиксатор. Да, это довольно-таки интересная модель, по крайней мере, мне понравилось. Друзья, кому интересна эта модель, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.